ищете в своем партнере. Почти каждая девушка мечтает выйти замуж за парня, который сможет дать ей все, что она только когда-нибудь захочет. Вот почему они, как правило, отождествляют человека и его характер с размером его кошелька. В интернете циркулирует история, рассказывающая о парне, которого отвергла дочь богача, потому что он не зарабатывал достаточно денег, чтобы поддерживать ее расточительный образ жизни. 10 лет спустя эти двое случайно встретились друг с другом. И это изменило их представление о мире. Слушайте о единственном в своем роде историю любви. Бедный мальчик был влюблен в дочь богатого человека. Они встречались, он ухаживал за ней. Однажды, преодолев стеснение, он сделал ей предложение. Богатая девушка насмешливым тоном отвергла его. Она сказала: «Твоя зарплата равна сумме, которую я трачу за день. Как ты думаешь, на что мы будем жить, когда станем семьей? Я никогда не смогу жить в бедности. Так что просто забудь обо мне. Найди кого-то другого, своего уровня, и женись на ней». Разумеется, это унижение юноша забыть не смог. Примерно через 10 лет они случайно встретились в торговом центре. Женщина сразу же узнала своего бывшего бойфренда и окликнула его. «Эй, как дела? Я сейчас замужем за очень умным мужчиной. Он зарабатывает 15 700 долларов в месяц. Можешь себе представить?» Парень, услышав эти слова, едва сдерживал слезы, но ничего не сказал. Спустя несколько мгновений к женщине вернулся ее богатенький муж. Но перед тем, как забрать жену, он поприветствовал ее экс-возлюбленного. «Сэр, как дела? Я вижу, вы уже познакомились с моей женой». «Добрый день, мистер», — запнулся тот. «Мистер Картер, сэр, ничего страшного, что забыли». Затем муж повернулся к жене и сказал: «Дорогая, я хочу, чтобы ты познакомилась с моим боссом». Женщина была так сильно поражена таким поворотом событий, что не смогла вымолвить ни слова. Мужчина просто улыбнулся и сказал: «Я должен идти. Есть важные дела. Было здорово, что я увидел вас сегодня. Удачного дня». И они разошлись. Отойдя от первоначального шока, женщина решила уточнить у мужа: «Это ваш грозный босс?» «Да, дорогая. Он заработал больше 100 миллионов долларов, но остался очень скромным человеком. Его жизнь, как говорят, весьма печальна. Я слышал, что когда-то он сильно любил одну женщину, но она бросила его, потому что на тот момент он был бедным юношей. Он стал много и тяжело работать, и в конце концов добился успеха. Все потому, что он очень умен. Теперь он мультимиллионер, но от своего тогдашнего горя он оправиться так и не смог, и до сих пор не женат». А потом муж добавил: «Как думаешь, что бы сейчас чувствовала эта женщина, если бы знала, что отказалась от такого человека?» Та была в состоянии абсолютного шока и не могла вымолвить ни слова. Мораль: жизнь коротка, ваш кошелек еще не ваше отражение, так что не будьте слишком высокомерными или горделивыми. Случиться может что угодно. Понравилась история? Смело ставь лайк и подписывайся на наш новый канал.